Привет, мои прекрасные зрители! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моем канале YouTube, и сегодня у нас очередное расхламление. Снова расхламление в прихожей. Но, слава богу, кто смотрел мои предыдущие видео, это не расхламление старого шкафа опять. Это расхламление другого шкафа. Вот здесь есть такая комната ужасов. И самое удивительное, что вот здесь видно, да, здесь бешеное количество книг. И при первом рассмотрении здесь там есть и там школьный словарь, полезная книжка, и там какие-то энциклопедии. Но есть очень много книжек типа Татьяна Полякова. И вот я их хочу сейчас все перетряхнуть и выкинуть. Потому что Ник сюда хочет складывать свои инструменты, когда чинишь дом свой. Вот. А инструменты складывать немного некуда, мягко говоря. Ну и поскольку здесь много всего напихано, я буду по ходу пьесы, помимо книжек, вытряхивать что-нибудь еще. Так. Ботинок Скетчерс. Новый, абсолютно новый ботинок Скетчерс. Он на... Как сказать, как это застегивается? На молнии и на искусственном меху. Не самые актуальные формы. Но в целом они замша натуральная снаружи и искусственный мех внутри. Я на самом деле офигеваю от производителей и от покупателей, которые на это ведутся. Потому что, ну, типа... Популярно, модно, стильно, молодежно покупать обувь из натуральных материалов. И все ведутся на то, что сверху у нас натуральная замша, кожа, ноутбук. А внутри то, что искусственная кожа, искусственная замша, искусственный мех, это никого почему-то не смущает. Хотя на самом деле, ну, если уж брать... Опять собака что-то пищит. Если уж брать... ты хочешь купить себе натуральную обувь, то купи натуральную все. Потому что если у тебя либо верх, либо внутрянка, подкладка из искусственного материала, то у тебя нога не будет дышать. Ну, исключения, конечно, составляют, если у тебя верх тканевый, текстильный, а внутри там кожа, либо натуральная замша, либо тоже текстиль. Тогда будет дышать. Если же где-то искусственная кожа, полиуретан, неважно, что-то не дышащее, неважно, внутри или снаружи, оно не будет дышать. Вот, поэтому, ну, они новые, я их оставлю, мало ли пригодятся, потому что, ну, в принципе, они не супер теплые из-за искусственного меха, но симпатичные, высокие, в принципе, зимой, я думаю, нормально сойдет. Так, опа-на. Ой, почему-то он только один. Здесь еще есть заношенный сапог. Сапог один, он заношенный, у него стерта вон еще подошва, мыски все убитые, поэтому это уходит в мусорку. Так, что еще здесь есть? Так, здесь есть рюкзак. Рюкзак из искусственной кожи. Обыкновенный грустный рюкзак. И тут, видимо, еще из очень гладкого материала сделаны вот эти ленточки, поэтому здесь вот намотано. Я пойду погуляю с собакой, потому что невозможно. Рюкзак этот выкинул. Кусочек обоев. Вот этих вот. Но это, конечно, уже никто не будет переделывать, поэтому подклеивать или что-то в этом роде, поэтому удаляем. Так. Сидни Шелдон. Адская книжка. Тоже удаляю. Пришлось выгулить таки собаку. Он тут так пищал. Ну ладно, едем дальше. Ух. Даже залезть сложно. Так. Тетрадь по математике. Первый класс. Ну, конечно, это уже никому не пригодится.
Криштан Чардар, перевернутое дерево. Но тоже тут, конечно, разодранные книжки прям в хлам. Так. Аспарагус медиаловидный. Какие-то ботанические книжки. Загадки. Издательство «Малыш. Москва». 88-й год. Представляете? Советская прикольная книжка. Так, вертится, стряхкочет, весь день хохочет. Ну, оставлю, посмотрим вообще, сколько здесь таких книжек детских. Так, а это какая-то разодранная уже книжка. Не будем оставлять. «Крылов, стрекоза и муравей». Так, тоже вся разодранная книжка, поэтому не оставляешь. «По заячьему следу», Сергей Иванов какой-то. Тоже оставлю. Вот эти вот картинки. К тому же вот в таком качестве. Разодранном. Вообще считаю, что вообще такие картинки уже полный зашквар. И не нужно их оставлять. Господи. Это ужас. Я даже не знаю, как отсюда это немножечко вытащить, потому что все, боюсь, начнет вываливаться. Ладно, будем потихоньку. Так, вот тут очень много вот таких вот книжек. Было одно время популярны вот эти романы, на которые люди тратили время. «Маша Трауб, я никому ничего не должна». Конечно, адский зашквар. И такие книжки нужно все уничтожать. Мое сугубо личное время. Village School. Книжки на английском. Мисс Рид. Вот, интересная книжка. Она идет на английском. Тут есть заметочки. Есть даже перевод на каждой страничке каких-то новых, видимо, сложных слов. Оставлю это, может быть, тоже кому-то пригодится. Home Reading Library. Три. Это трое в лодке, не считая собаки. Библиотека для домашнего чтения. Высшая школа, 76-й год, представляете? Ладно, оставлю. «Заколдованный мальчик». Детская книжка. В нормальном состоянии. Опять вот это вот Полякова. Топку даже не просматривая. 3 евро. Какая-то Михалкова. «Дом одиноких сердец». Боже мой, это какой-то ужас. Эми Фетцер. «Смятение сердца». Господи. 94-й год, книга, роман. Ладно, оставлю. Спрошу Ника, может, это какой-то автор известный многим, кроме меня. Так, дальше едем. Джеки Коллинз, «Лаки», мировой бестселлер. Ну, неплохая книжка. Можно будет, кстати, когда я все это разгребу, чтобы сложить это как-то, ну, в библиотеку или что-то в этом роде. То, что Ник захочет, мы это оставим. А то, что не захочет, но что в хорошем состоянии, можно будет дойти до ближайшей библиотеки и спросить, нужны ли им книжки. Хотя с учетом последних обстоятельств, я не уверена, что они будут брать русскоязычные книжки, но тем не менее. Так. Тоже книжка без обложки, видимо, «Аленький цветочек». «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».
Блин, конечно, делали очень классные картинки для детских книжек. Готовая книжка, нормальная. Так, опять какие-то куски. Куски выкидываем. Душинские сказки, рисунки ирисовые, детская литература, 85-й год. Боже мой, они старше меня, эти книжки. Олег Рой. Тоже в топку. Сивка-бурка. Уже в очень печальном, конечно, состоянии. Еще такие. Вот это вот стрёмные, конечно, картинки. Какие-то прям плохо себя чувствующие. У меня была жар-птица, вот в таком стиле отрисованная книжка. И что-то еще, я не помню, но очень красивые были картинки. Я прям читала в детстве, очень любила. Джек Лондон, сказание Акиши, книга за книгой. И тоже уже разваливается все. Почемучка. Это интересная книжка. Тут, правда, какие-то веточки лежат. Почемучка. Энциклопедия детская. Ой, блин, блин. Закладки в виде веточек, палочек. Ну, вот это вот интересная, кстати, хорошая история, чтобы детям учиться. И тут на самом деле только одна страничка. Вот, одна страничка, которая разваливается. Поэтому оставлю. Так, дидактика, начальные классы. Не знаю, это кому-нибудь вообще понадобится. Сергей Михалков и Агния Барто были для детей. Вот это хорошая вещь. Добрая, полезная. Так, обложка. Кошкин дом, Маршак. Детских книжек. О, еще какая-то. О собаках. Не хочу быть артистом. Но все развалюшенное уже, развалившееся. Ни окон, ни детей. Детская литература. Тоже, кстати, прикольные стихи. Ой, а Кошкин дом-то разваливается. Даже развалился. Ладно, Кошкин дом отправляется тогда. Князь тьмы. 2 года в Кремле. Борис Олейник. Что это вообще такое? Ой, то смотрите, она, то есть как бы книжка, она вот так раскладывается. А, это вообще сканы, господи. Рекс Страут. Что это такое? Я, блин, даже не слышала. Приглашение к убийству. Рекс Страут какой-то. Удивительно. Оскар Уайлд на английском. В хорошем, кстати, состоянии. Здесь еще закладочка. Прикольная закладка. Гамма-глобулин для профилактики кори. Так, Валентин Пикуль. Нечистая сила. Кто это читал, интересно? Тоже подразваливается книженца. Какого года, интересно, книжка? 89-я. Ну, не старенькая. Сейчас я тут еще вытащу какое-то количество
тетрадки, я так понимаю, или что-то в этом роде. Так. Блокнотик. Да, это домашнее задание кто-то здесь писал. Реверанс, 4-й класс. Что должны знать дети к 4-му классу? Переводите и напишите на английском языке следующие слова. Это как будто тетрадка учительницы всего, потому что тут и английский, и русский, и музыка, и чего здесь только нет. Ну, конечно, это уже никому не пригодилось. Так, гастрономия. Температура, расстояние. Дьяченко. Белая береза. Тоже. Тоже не книжки, тоже тетрадки. А здесь такой шрифт готический, что я даже не могу разобрать, что написано. А по практикам по аналитическому чтению, господи. 77-й год. Высшая школа. Обалдеть, конечно, много из этого может быть полезно, но при условии, что этим кто-то занимается. Ой, телефон, так, тетрадка. Тетрадка по английскому языку. Так, фэнтаз. Дневник чтения. Да. Тоже тетрадки, рисунки. Бешеное количество, конечно, тетрадок, домашних заданий. Я не знаю, почему их сохраняют. Зачем их вообще сохранили? Потому что, ну, на моей практике, сколько я не училась, у меня 3 высших образования, куча еще курсов дополнительно. Сколько я не училась, в какой-то момент я поняла, что вот эти рукописные тетрадки никому нафиг не нужны. Потому что, если что, сейчас, слава богу, есть интернет. Если ты что-то подзабыл, скорее ты пойдешь смотреть туда, а не в какую-то свою тетрадку, где это там искать, вообще непонятно. Так. Так, здесь стихи на слух не узнаю, поэтому оставлю. Может быть, это кто-то писал стихи. Будут пригодятся. Так, записи по русскому языку. Так, 11-й класс. Не пригодилось. Так, English Phonetic, 1-й курс. Обалдеть. 75-76 год. English Theoretical Phonetics. Да, слушайте, тут еще писали перьевой ручкой. Обалдеть. Ну, конечно, это уже никому не нужно, но прикольно. Так, помнит мир спасенный, город герой на карте Европы. Что это вообще такое? Фигня какая-то. Найти человека, Агния Барто. Какие-то тоже выдранные листочки. Записульки. Да, это какие-то домашние задания. Так. Тоже какие-то
Тетрадки. Так, это что? Хобби-холл. Боже мой. Тетрадка. Не тетрадка, а как это? Рекламный браслетик, буклетик. Так, куча-куча всяких бумажек, записулек. Алгебра. Русский язык. Так, что тут еще? Тоже какие-то учебы. Applications, параграфы. Да, это тоже обучение. Да, все обучалки, все обучалки. И все это, конечно, блин, никто больше, сколько получается, 15 с лишним лет, никто не использовал. И уже не будет. Дети будут учиться, будут сами. Русская литература 75-77 года. Тоже это русская драматургия. Островский, Чехов, Достоевский. Обалдеть, столько писали, прикольно. Мне кажется, у меня в школе такого не было, таких сочинений по поводу русской драматургии. Как-то уже сокращалось. Waitcoat. Так, это словарик английского языка, тетрадка по английскому. Боже мой. Еще тетрадка по английскому. Еще, боже мой, тетрадок по английскому немерено. Тут, наверное, просто филолог английского языка изучал все это. Так, книжки пошли. Латвийский Володас. Учебный материал для сокращенного курса латышского языка. О! Это может пригодиться нам, если потребуют изучения латышского языка. Хотя тоже я не уверена, но оставлю. Потому что наверняка сейчас есть какие-то специальные курсы латышского языка для того, чтобы там, на гражданство подаваться. И там уже есть определенная схема, и книжки уже, конечно, не нужны. Так. Так. Опять тетрадки. Вообще круто, что в Латвии три языка, то есть отголоски советского прошлого, ну и плюс Рига очень близко к Москве, к России, к большому городу, где, к большой стране, и смысл есть знать этот язык. Плюс в Риге очень много русскоговорящего населения. И английский. То есть классно, когда помимо своего родного языка, страны, в которой ты живешь, ты знаешь еще два. Это очень полезно. Я училась с детства английский. Потом у меня добавился немецкий, но я его проходила мимо, если можно так назвать, потому что он мне почему-то совсем не нравился. Я хотела изучать французский, но в школе решили, что детям нужен немецкий. Поэтому я кое-как сдала, но уже вообще ничего не помню. Так, ну здесь, конечно же, да, здесь бешеное количество тетрадей по обучению. Никому это не нужно. Физика. Так. Математика или алгебра. Блин, да, тут очень много тетрадок. Зачем это все? Общая тетрадь. Информатика, что ли? Нет, тоже алгебра. Так, советское право 5. Пустая. Нет, что-то есть. Закон. Это нормативные акты, принимаемые высшими органами. Ну, конечно, это уже вообще не актуально. Стилистический анализ. А, вот кто изучал стилистический анализ.
книг. Это, конечно, очень прикольно. Так, еще какая-то куча записок. Куча записок, анализов, учебы. Конечно, не пригодилось. Научный коммунизм. Планы семинарских занятий. Ой, кошечки мои. Анкета. Рекорды в мире насекомых. Зодиак, роспись. Да, такое разгребаю, думаю, блин, почему люди это хранят? Я вот уже, блин, лет 10 назад у себя сделала такую дома ревизию и вообще ни разу не пожалела, и более того, ни разу не было у меня мысли, ой, жалко, я это выкинула, это сейчас бы пригодилось. Вот вообще ни разу. История, философия, Кант, Гегель. Чего здесь только нет. Не знаю, насколько интересным и информативным получится это видео. Потому что я разбираю в основном книжки и понимаю, что ну, не актуально это, конечно, все. Treasure Island. Роберт Льюис Стивенсон. Английский клуб. Тоже такая уже развалюшная, склеенная местами книжка. Поэтому, конечно, так, что-то еще латышское. 88-й год. Какая-то лингва. Да, это словарик и словообразование. Фу, у меня там уже на 20 с лишним минут. О, кстати, вот тут есть пустая тетрадь. Я ее себе оставлю, а то у меня кончается мой блокнот, в котором я испанским занимаюсь. И мне надо на чем-то писать. Да, тут, блин, English, Old English. Снова Old English. Рига. Тоже образование слов, но тоже, блин, какой-то скан жуткий. Ксерокопия, точнее. Цветок и болт. Да, опять. Блин, это зашквар, конечно. Так, а здесь французский. Французский писатель 20 века, избранные страницы. Книга для чтения на французском языке в 10 классе средней школы. Не знаю, насколько это пригодится, но вдруг. Видно, да, что я только две полочки разобрала. Две стопочки на одной из полочек, а там еще второй слой. То есть здесь расхламление немерено. Я посмотрю, какой будет отклик на вот это видео, потому что если шмотки разгребать хотя бы интересно, можно это посмотреть, я могу это примерить. То книжки, тетрадки, не знаю. Ну, в общем, дайте знать, если прикольный формат, и надо продолжить. Еще одна тетрадка. Тетрадка тоже по-английскому. Вашингтон. Эдгар Аллан По. А, это сборник рассказов. На английском, но русское издание. Вступление на русском, а потом на английском. Ну, в неплохом состоянии можно ставить лексикология английского языка. Это правда, нужно в какую-то библиотеку сдать. И курс of Modern English Шевцова. Третье издание. Да, ну. Ну ладно, я сейчас разгребу вот эту стопку и закончу, потому что у меня уже скоро начнется урок испанского. И нужно к нему подготовиться, чтобы не попасть в просак. Да. Столько всего.
Так, Логи Дурвест. Это что? А, это рекламный проспект окон. Так, методы преподавания английского языка. Ну, это явно никто не будет изучать. Так. Какая-то тоже методичка. Русско-латышская. Методичка по изучению языка 88 года. Прикольные экземпляры. Так, еще тетрадь. Я подозреваю, что кто-то здесь хорошо учился, потому что столько исписано немерено. Просто вот эти все толстые тетради все исписаны аккуратным мелким почерком. Геометрия, 11 класс. Сочинение, изложение по русскому языку, 11 класс. А, господи. Разваленная книжка Натальи Тумановой «Счастливого льда девочки». Это, видимо, про фигуристок. Про фигуристок. История английской литературы, 5 курс. Рижская городская гимназия Аннень Муйжа. 75-2000 год. Это... О, это дневник. Дневник. С разными оценками, с разными. Так. Practical English Grammar. Лечебная гимнастика дополнительно здесь вложена. Present tense, future tense. Девичья гора, Борис Изюмский. У меня тут уже стопка книжек, которые я оставляю. Из-за того, что они все разного формата, уже так пошатываются. Так, еще одна тетрадь. 9 Г класс. Это алгебра. Так. Сочинение по русскому языку. Так. Conversation. Conversation по-английски. Так. Что это такое? Татьяна, Саша, какие-то диалоги отсканированные. Боже мой, да, я как представляю, сколько всего нужно для того, чтобы учиться. Просто, конечно, колоссальный труд. Так, вот сюда. Education, Canada. Лингвистика. Да, тут, конечно, потом еще выносить вот это все. Так. Волшебное слово про товарища. Мои первые книжки. Так, Некрасов, мужичок с ноготок. Да, ничего так смешно. Но уже развалившаяся. Кстати, ну, правда, если кто-то наткнется на это видео и знает, прям прицельно знает, куда можно отвезти эти книжки, напишите, пожалуйста, либо в комментариях, либо у меня на канале есть моя электронная почта и вообще контакты. Напишите мне, пожалуйста, в личку куда-нибудь, либо на почту, либо в комменты. Самое простое, чтобы не заморачиваться
куда это можно отвезти, если это кому-то нужно, кроме помойки. Потому что, ну, я понимаю, что в наших реалиях эти книжки не нужны, они только мешаются, а может быть, там где-то эти книжки понадобятся, не знаю, в русской школе, в библиотеке, whatever. Может быть, кому-то это понадобится. Я буду рада прям поделиться безвозмездно, с удовольствием. И все такое. Так, тетрадь по алгебре. Вся исписана. Еще один дневник. Так. Еще один дневник. Так. Карточки, что ли? Так. Структура. Блин. СУБД. Это что-то по информатике. Контрольное или что-то. Так, записи по бизнесу. Так. Хорошо вы учили. У меня такого в школе не было. У меня, правда, была школа такая, 10-11 класс, у меня была экспериментальная школа, и у нас некоторые физика, химия, биология длились по полгода всего. Нам добавили риторику, еще какие-то предметы, чисто в качестве эксперимента. Но я считаю, ничего хорошего из этого не вышло. Можно было идти по старой схеме, и все было бы хорошо. Так, билетики, билетики. Эль-Пасо. Мексиканский ресторан, рекламный проспект. Так, еще одна тетрадка по-русскому. Трафарет. Блин, я помню, у меня в детстве тоже такое было. У кого было? Признавайтесь в комментариях. Тетрадка. Тетрадка по какому предмету? Я не пойму, что написано. По-моему, наверное, по литературе. Так, еще одна рабочая тетрадь. О, вот такая. Рабочая тетрадь. Это Ника. Или это вообще Никова? Николай Михайлович. Ник Геннадьевич. Очень странно. Вот спросите. Так, еще тетрадка с какими-то кораблями. Тоже уже такая вся промокшая, высохшая. Тютчев, весенние воды. Так. Фу, библиотека, библиотека. Бедность, понятие. Меры борьбы с бедностью. Налоги, понятие. Меры борьбы с налогами. Еще тетрадка Барторекс. Так, тетрадка по английскому языку. The most popular holidays are Christmas. Так. Opportunities. О, я по такому же точно училась. Класс. Да, у меня был зеленый, синий. Еще какой-то, не помню только. Там для каждого уровня, ну, типа intermediate, upper intermediate, pre-intermediate, отдельного цвета книжка. Ну, какая за какой отвечает, я уже не помню. Так, это физика. Геометрия. Love. Love is in the air. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Так. Love – это у нас математика. Алгебра, наверное. А, нет. Промежутки постоянных знаков. Физика, что ли?
Не суть. Точные науки. Так, день прошел, и ночь прошла. Так. Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Так, это карта. Так. Великобритания, Ирландия. Вот бы еще знать, откуда она, эта карта. Какого года хоть? Черт знает, какого года, видимо. Так, опять Animal Dear. Так, здесь что? Здесь тоже алгебра. Куча этих формул, уравнений. Весна в деревне, мать, солдат и офицер, война. Опять английский, писанина. История. История, здесь же какая-то точная наука тоже. Да. Рига, Санин Мунжес. 2004-2005. Дневник. Так, это, по-моему, информатика. Да, по информатике. Так, это похоже на геометрию. Ой, сколько всего. Главное, проверяю каждую тетрадочку, чтобы, ну, мало ли, что-то, я не знаю, полезное сохранилось. Или деньги. Вдруг денежки где-то завалились. Но нет. Не увенчалась успехом моя затея. О, карта Москва-Берлин. Аэронавигационная карта. Ох, она какая прям развалюшная. Но такая есть у Ника в хорошем состоянии. Поэтому это мы отправим на покой. Так, и вот последняя тетрадка. Тоже здесь геометрия. Ну, конечно, ничего интересного здесь нет. Вот у меня получилась вот такая стопка книжек, которые я оставлю. И, может быть, часть из них мы отдадим в библиотеку. И вот гора, которая просто скидывала того, что нужно вынести на помойку. Это по большей части, конечно, тетрадки. Тетрадки из школы. Ну, а у нас с вами еще масса времени для расхламления, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходили уведомляшки о новых видео. И это не все, здесь же вон еще инструменты какие-то, одежка, какие-то вещи. В общем, буду это потихонечку все разгребать, чтобы... В этой квартире, у меня такая цель, чтобы в этой квартире можно было с комфортом существовать, жить какое-то время, потому что, да, здесь бабушкин ремонт, но что я заметила? Какой бы ни был старый и ужасный ремонт, в общем-то, если все отмыть, отдраить, избавиться от лишнего хлама, то есть шанс, что в этой квартире будет комфортно жить. Собственно, почему может быть некомфортно? Только по одной причине. Потому что вы плохо настроили все под себя. И плюс, к сожалению, раньше делали что мебель, что кухню, неважно, делали
просто стандартизированная, никто ничего не делал под себя, вот что-то покупали и к этому пытались привыкнуть. Сейчас немножко другая история, когда делают ремонт, по-правильному сначала продумать, где у тебя что будет, где у тебя будет кухня, как на кухне лучше разместить плиту, раковину, посудомойку, я не знаю, там, посуду, как поставить, холодильник. В общем, есть специальные инструкции, как размещать мебель таким образом, чтобы это было удобно, чтобы тебе не нужно было через всю кухню бегать, условно, там, я не знаю, ты готовишь, что-то режешь, а мусорка у тебя на другом конце. Ну, такие какие-то нюансы, чтобы высота столешницы на кухне была вровень с основным человеком, ну, как правило, с хозяйкой, которая готовит на этой столешнице. То же самое в шкафах. Шкафы делают встройку, чтобы он там, чтобы использовать все полезное пространство, туда складывать вещи. Там делают шкафчики, полочки, выдвижные ящички, рейлы, корзинки, делают тоже под одежду, которую ты носишь. Кто-то, например, носит больше костюмы, ну, вследствие своего образа жизни, там, какой-то офисной работы, а кто-то ходит в джинсах, кто-то любит толстовки, а кто-то любит свитера, кто-то любит вешать там брюки, платья и так далее, а кто-то любит складывать. И в зависимости от этого наполнение шкафа может быть разным, и удобство из-за этого появляется. Поэтому вот в старых квартирах, если постараться все максимально под себя настроить, ну, сначала, конечно, избавиться от хлама, потом все отмыть, а потом уже настроить, то есть это такой небыстрый процесс, за один день он не происходит, то можно, в принципе, здесь и жить. Вот. Поэтому я очень пока что еще застряла на этапе расхламления, потому что здесь очень много чего можно расхламить. Каждый день что-то расхламляю, выкидываю. Но пока еще не дошла до финального конца, когда можно будет все отмыть. Хотя периодически приходится что-то здесь и мыть, потому что мы же там и пользуемся и туалетом, и ванной, и кухней. Вот, поэтому что-то там все равно пылесошу, убираю, мою. Вот, но не глобально, поэтому глобально сначала нужно разобраться. Все, заканчиваю видео на сегодня. Всем хорошего денечка. Если у вас есть комментарии, а также если у вас есть идеи, куда девать все эти книжки, которые я, ну, просто понимаю, что домашней библиотеки здесь огромной какой-то не будет. Так что если кому-то в библиотеку нужны книжки в хорошем состоянии, или вы знаете, какая библиотека может принять эти книжки себе на безвозмездной основе, я даже привезу их, не проблема. Я буду очень рада вашим сообщениям. Все, хорошего денечка, пока-пока.